В Луганске нет света, в Донецке пропадает связь. Люди без денег и часто прячутся в подвалах. Вот что нам рассказали жители оккупированного региона. Давайте послушаем. Работает артиллерия опять, минометы. Ну, градов не слышал. Минометы в основном что-то некрупного калибра. Сейчас все боятся каких-то провокаций, потому что здесь в Донецк стянуто очень много вооруженных сил Российской Федерации. Ходят слухи, что они будут ликвидировать местных здесь ополченцев, потому что у нас сейчас здесь фактически махновщина. То есть куча командиров, которые не особо подчиняются какому-то общему центру. И поэтому у них периодически между собой какие-то разборки. Идут бои за аэропорт, работа тяжелой артиллерии. Много появилось в городе казаков. Но это люди, у которых такая своеобразная манера одеваться и своеобразные такие кубанки, шапки с красным верхом. Их нельзя ни с кем спутать. Они просто освещены. Все это по некоторым районам нету. В Луганске вроде как тишина, но где-то в области, да, тоже громыхали взрывы. В районе 60 километров от Луганска, и оттуда люди бежали тоже в Луганск. Вообще по домам. Ну, зарплату как повезет, либо париком, либо деньгами. За деньгами редко кто платит.